Так, доброе утречко! У меня что, сегодня день рождения, что ли, или что за торты лежат? О, Василий спит, лежит. Василий, ты чё спишь-то? А, наверное, ролики посмотрел Алексей Смертника. Вот и спит. Уснул, наверное, под него. Нормальный тип, нормально снимает, тоже его смотрю. У меня такое чувство иногда, что он про мою жизнь снимает. Как будто вот у меня день прошел, а потом иду, и все то же самое там повторяется. Интересненько, интересненько. Так, что, у нас подвальчик не попасть твой? Вы пока спите, спите, Василич. Так, что тут написано? Если вас поймает манекен, малая часть прогресса может стереться. Главное, чтоб мозг мой не стерелся. Hello, Stranger Demo. Не знаю, что бы это ни значило, просто Василич, он иногда в бреду всякую ерунду пишет на стенах. Ну, у него такое бывает, что с ним поделаешь-то, как говорится. Так, здесь у нас заперто, так, сюда нам не зайти, да? Так, наверное, надо мне ключик найти. Где-то. А где его взять? Оп, там сразу антенны там заработали все. Ты смотри-ка, ты смотри. Не вижу, не вижу нифига. Так, активирую режим совы. Чук, режим совы успешно активирован. Ты смотри, какая комната. Да. Вот, вот. Вот видишь, какой тут. Лосярыч? Или как он там? Лосяш? Не знаю. Так, а что мне делать-то? Куда податься-то вообще? Может, мне просто окно надо разбить? Нет, окно я не могу разбить. Может, все-таки просто отмычку надо взять? Нет. Не, ну я сразу думал, как-то странно, если отмычку надо взять. А вот у нас тут ключики висят какие-то, которые тоже нельзя взять. Так, и куда же мне пройти? Какая-то странная фигня. Мне сюда не надо, по-любому. Нет, мне сюда не надо. Вообще просто слепошарю в упор. Ну, мне нужен ключ где-то красный взять. Чтобы, в смысле, это, в подвал зайти. А я что-то вообще не бибикаю, где он. А куда ключики-то дели, ё-моё. Может, за картины? Нет, тут картины-то не берутся у нас. Эти ключи тоже не берутся. И Василий спит у нас. Вот. В который раз. Василий, ничего, что я по тебе бегаю? Тебе как, нормально все? Сверху не может лежать ключ? Сверху я не вижу ключ. Вообще нигде ничего не вижу. Это шутка какая-то, что ли, надо мной или что? Мне кажется, надо мной просто шутят. Так, тут у нас заделано все. Так, тут у нас ничего не берется. И тартатянские туда. Вот такие господа. Ну, вряд ли тут что-то какие-то картины надо снимать. Чтобы что-то найти, мне кажется, это немножко не так должно работать. Ну, коридорчик же есть. Ну, в коридорчике-то. Ключик-то. Куда-то же положили. Ключик положили и не положили никуда. Я офигею, если вот он здесь все-таки лежит. Нет. Здесь тоже нету. А нигде ключа нет. Все. Все, без ключа буду. Все, остаюсь здесь жить с тобой, Василич. А, тут дверь, да, просто надо открыть и все. То есть это все, что мне надо было сделать. Ё-моё! Часики закрутились, лайки намутились, бегаю, там ключ, еще мне просто на улицу надо было выйти. Ну, извините, просто я тупой иногда, когда просыпаюсь. Так, ну ладно, ладно. Все, давай, давай, сейчас дойдем обязательно. У-у-у, нифига себе. А что с небом-то, Василич, ты что, небо сломал? Доброе утро, Василич. Василич, доброе утро. Ну, я пойду к себе домой. Алло! Алло, полиция! Офигенно, у меня хата, я стесняюсь спросить, а где мне срать? Ну, где-то, наверное, можно срать. Так. Здесь разгоном можно сбиваться и башкой биться, в смысле. Потому что мне там все равно отбивать уже нечего. Поэтому все нормально. Я тебе кричу.
А, так, что у нас тут? Тут у нас нету нифига. Вот такие вот дела. Ключик синий я нашел. Нет, ну к нему я не прошел. Буду бегать я искать. Буду прыгать и скакать, блин. Так. Здорово, Силис! Здорово, родной! Ну-ка, побежали, побежали, порой! Музыка играет, с Василичем бежим! Вместе мы прыгаем, куда-то убежим. А, тут еще типа день, ночь меняется, нифига себе дела, в смысле. Вот это да, вот это номер. Василич, Василич, я тут чуть не помер. Кого ты там мыкаешь? Не мыкай, горемыка. Горемыка Василич. Здорово, на картину посмотри, почитай. А чё меня не пускаешь, ты, ё-моё? Взял, просто в углу меня зажал. Смотри, здесь чем дальше, тем светлее. Обалдеть, а почему я тогда начинал в какое-то время суток такое себе? Такоешное. Такоешное. Есть же, да, такое слово? Такое. Это я угораю. Так. О, полицейская машина. Тут я смотрю по хардкору все. В смысле, тут еще что-то закрыто? В смысле, там замок закрыто? Да вы что, угораете, что ли? Вы что вообще творите? Эй! Эй! Нам нужно бегать побыстрей! Эй! Так, вот, смотри, тоже дом закрытый. Обалдеть! А тебе что надо? Пошел вон отсюда. Бегают тут всякие. Бегают всякие. Нифига себе. Нифига себе тут вообще. О, Василич. Ты что, тачку пытаешься перевернуть? Ты аккуратней с позвоночником, Василич. Давайте подсказывать. Так, смотри, толкай. Да снизу начинай толкать. Что ты там посильнее, посильнее. Снизу, снизу возьми. Так на себя приподними. Да ё-моё, с тобой вообще разговаривать не о чем. Вот и стой дальше. Как бы правильно, что сверху, но ты бы приподнял, я верю, у тебя силёнок там много. Давай, давай, Василич, тебе помогу, давай. Не, Василич, это бесполезно. Я теперь только на мусорку, все. В смысле, последняя твоя машина. Так у тебя домов сколько, как и машин. Так, опа-на. Нифига себе, тут сколько манекенов. А чё тут вообще столько всего? Типа, ходи по району. Ищи здесь себя. Небо какое-то. Вот тебе на. Так, ну ладно. Ладно, ладно. Всё прохладно. Так, везде полицейские машины у нас. Так, ну значит, туда можно зайти. Да? А что тебе надо-то? Пошел вон отсюда. Пошел вон. Черт. Ворон сидит. Черный ворон. Что ты вьешься? Вьется, вьется ворон наш. Мы пойдем последний. Кого? Все. Все. Я все понял. Я все услышал. Все. Василич! Че у тебя, как дела тут? Нормально все? Нормально. Торт, не знаю, может пригодится потом. Да-да-да, Василич, иди нафиг. Так, торт сюда поставлю. У меня тут тортовая будет. Тарталеточки. Тарталеточки. Так, а че, сюда не могу запрыгнуть? Чик-чик. А ты где? Василич, ты дурак, что ли, или че? Или маму потерял? Так, мне магнит надо бы найти. Во, правильно, Васильич, мы тебе все окна расшибем. Нафиг они тебе нужны. У тебя проветривание будет. Они у тебя на проветривание открываются, мы разобьем и все. О, нифига себе, Васильич, ты как умеешь. Но низкий тебе поклон, как говорится, честь и хвала. Так, ключ надо разморозить бы.
А че, печку, может, врубить надо? Я надеюсь, он откуда-то будет отмораживаться. Отморозится наш ключик. Отморозится, родной. А Василич, задолбал меня порой. Так, что надо? Угу. Проверить все на улице. Да ты себя проверь сначала. Так, что мне-то каждый раз бегать, что ли? Я не хочу. Вот, видишь, как умею. Могу, умею, практикую. А разбили здесь опять. Раз, два, три, четыре, пять. Да ё-моё, а. А там что? Василич, тут никак. Тут только вор. Да ты чё, нифига себе ты, в смысле. Вот это Василёк у нас сдаёт нормально прям. Вообще не сдается. Не сдается, братан. Так, ладно, мне там дальше надо посмотреть. А что там за рисунок? Типа, иди туда, найди дом у супермаркета. И там, возможно, что-то есть. Понимаешь? Или не понимаешь? Походу, ты вообще не понимаешь. Нет, ты вообще не шаришь. Так. Ключика у нас здесь нет. Здесь пролезть не могу. Здесь магнитом надо. Магнит надо сначала найти. Чтобы дальше начинать что-то делать. Так, давай-ка туалет сейчас осмотрим. Внимательно. Внимательно. Контролем. Контрол-С сделаем. Вон Василич пока по улице бегает. Чуть не увидел меня. Да ё-моё, увидел меня. Да ты, Василич, конечно, даешь жару. Так, а здесь, может, что есть? Здесь тоже нет нифига. А я в шкафчике сижу. Опа, а где Лёха? О, блин, я думал, у меня друг появился. Нету. А как ты так? Нифига себе, Василич. Василич Читарянович. Вообще так дела не делаются. Так, подожди, мне показывал на какой-то дом. Вот на этот дом. И что я там что-то должен найти, скорее всего. То ли вот этот дом, то ли следующий. А тут этот. Я вообще с ним дела не хочу иметь. А чё у вас так много-то здесь? Чё вы тут насобирались-то? Это нормально всё там, нет? Подожди, или вот этот дом мне показывал? Показывал мне, наверное, вот этот дом. Ну, типа, вот так вот мне показывал, да? Нет, мне не так показывал. Мне показывало все-таки вот этот. Так, а смысл на территорию не зайти сюда, что ли? Нет, вот вход есть. И что, мне тут найти что-то надо? Ну, на это получается так. Здрасте. А что найти-то? Что я ищу-то хотя бы? Я не понимаю. Ну, может, я тупой. Вот и все. Вот тебе ответ на твой вопрос. Клиент страховой, группа Альбатрос. Так. Так, подожди. А вот тут что-нибудь может быть? Там Василич ходит. Василич, не надо ходить. Надо бегать. Так, здесь я все облапал. Облапал все. О, нифига себе, тут комнатушка. Вот это нифига себе. Комната памяти Василича.
Правильно, Василий, что тебе всю хату разнесу, я тебе кричу. Манекенов утащу, всех друзей твоих. Че, мне с тобой больше не о чем разговаривать. Не, ну а что делать? Мне нужен магнит. Он, скорее всего, в маленьком ключе. Ой, в багажнике от машины. Но это не точно. Это вообще не точно. Василич, Василич! Не надо пинать, Василич! Ё-моё, а! Так, ладно, я буду сюда составлять все это дело. Вот, стой, охраняй. Вот, на тебе две коробки. Задание твое на сегодня. Охраняй две коробки, понял? И с дождь пойдет, с собой накрывай. Понятно? Или тебе непонятно? Походу, тебе непонятно. Мне кажется, ты не понял что-то. Так, вот смотри. Да стой ты. Вот, ну дом, который сбоку показывает. Он мне прям четко показывает на этот дом. Да, который с ограждением. То есть надо здесь что-то искать. Василий, ты дурачок, что ли, или где? А, ты там внутри прыгаешь, я понял тебя. Иди, говорит, туда, говорит. Там подсказка, там что-то есть. А что там есть-то? Ну вот он дома. Не этот дом, вот этот дом. Ну типа вот. Правильно же, правильно. А что я здесь найти-то должен? Или это так, в смысле? Не, ну по-любому это не пустяк. Что-то найти здесь надо. Здорово. Ты куда поехал-то, ё-моё? Вообще, что ли? Мне здесь надо найти или что мне надо сделать? Ну, шкаф по-любому. Ну, мало ли, вдруг этот шкаф открывается, мне там прятаться надо. Всякая же фигня бывает. По логике, что-то должно быть здесь. Но у меня логики нет. Я вообще парень нелогичный. А, вот натуре. Ты смотри-ка, а. Ты смотри, ты только глянь. Пойдем, Василич, тебе в сарай. Будем и бегать. И улыбаться. И от Василича. Здесь фиг чё дождаться. Так. Ладно, пошли. Посмотрим опять. Так, вот. Сейчас на второй этаж залезем. Залезем. Залезем, залезем, может не залезем. Так, 5 секунд, 5 секунд, 5 секунд. Так, ключ надо. А где мне ключ взять? Тоже в какой-нибудь там деревне, в смысле. Сходи, говорит, там, говорит, поищи. Здесь пока ты ничего не... Да, Василич, я здесь, давай. Пылесос, Василич, конечно, пропылесось территорию. Каждый день хожу у себя на огороде, пылесосю все. Так, ключ надо. Так, ладно, с этим понятно, с этим мы разобрались. Здесь нет уже, да, нифига? Нифига здесь нет. То есть надо искать все-таки в доме у Василича какой-то ключ. Потому что если не найду, то я буду как-то не могуч. Опа! Опа! Раз, два, три. Так. Ага. Тык, 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 тык. Ага. Опа! Вот это, да, вот это. Подскользнулся, упал, как говорится, не проснулся и не гипс. Да и чё мне, где магнит-то взять?
Василич, Василич, пора. Поймай меня, а то мне вот эта желтая фигня в глазах не нравится. Смотри, сверху мы взяли. По подсказке, ага. Граммофона нету, чтобы побеги тут уничтожить все дела. Торты, да, точно понадобятся. Если они там спрятаны, значит, они точно понадобятся. Так, сюда не, вообще ни одного ключа не вижу, не могу найти. Вот, вот ключ есть, на него надо магнит. Ключ этот от той двери, на входе которой. Тоже есть такое дело, да? Допустим. Есть вот, допустим, желтый ключ. Ну, как-то это... От него ни тепло, ни холодно. Он мне ничего не даст, по сути. От слова совсем. Может, за этой фигней лежит? Магнит, смотри, а! Смотри-ка, заныкали, заныкали у Василич. О, Василич! О, Василич! Нифига себе, он вот это вот отражатель, прям джедай. Василий Джедаевич. Да все, Василий. Ой-ой-ой. Ну ладно, ладно. Лови меня. Лови меня полностью. Так, все. Теперь спокойно мы сюда пошли. Сюда. Сюда пошли. Чик. Так, там Василич бежит. Может, не заметить? Черный ворон! Че, не слышишь меня, что ли? Ё-моё, Василич. Такой вот у нас Василёк. Васильевич. Так. Ага. Вот. Процесс пошел, как говорится. Процесс пошел. Так. И чё? Надо где-то открыть, наверное, да? Возможно, картину, может быть, не картину. Надеюсь, только не микропереключатель. Вот прям надеюсь. Надеюсь, что это просто будет картина. Давай, давай, поищем. Поищем. Ага. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А, вон ключ лежит. Все отлично. Ключик-ключик я нашел. Себе в дверочку пошел. А я в комнату зашел. Магнитофончик здесь война нашел. Война древних русов за Чебоксары, часть первая. В конце слышал, сентября 899 года на Русо-Ящерском фронте... Понял, да, Василич, там Русо-Ящерский фронт. Кресло я с собой заберу, оно тебе нафиг не нужно. У меня будет кресло. Я буду главный по креслам. Главный кресловод, Алексей. Понятно тебе? Так что сиди ты и не робей. Ай, по тягушечке. О, набегу прям по тягушечке делаю. Так, давай. Бежит, бежит, давай, давай. Беги, беги ко мне опять. Раз, два, три, четыре, пять. И что, он просто пошел? Вот посмотри, там коробка Василича лежит. Оп-оп-оп-оп-оп. Там, понимаешь, там война с древними русов. Ну, вы знаете руса, да? А такое чувство, что такой же ключ сюда. Нет. Война древних русов за Чебоксары, часть первая. В конце сентября 899 года на Русо-Ящерском фронте началась битва под Иркутском. Ящерское командование, готовясь к операции «Змея», рассчитывало прорваться к Байкалу и овладеть им. Ага. По правому берегу озера началось возведение оборонительных сооружений. В первых числах ноября наступление противника на Иркутск было остановлено почти на всех направлениях. Нифига себе! В период фронтового затишья и был совершен авиационный налет. Ящеры на Иркутск идут.
Ящеры против русских. Василич, ты чё там? Вообще, что ли? С головой там у тебя, может быть, тут чё-нибудь? Так, а чё я ищу вообще? Я ищу здесь, наверное, какой-нибудь типа черного ключа. Я вообще не вижу нифига. Ты как охулисту сходи, не видишь нифига. Чё бред ты несёшь-то, ё-моё. О. Я не знаю, как я это сделал, но я это сделал. Василич, поймай меня. А то у меня желтизна перед глазами. Василич, лови меня полностью, пожалуйста. Василич. Вася, Васенька, сынок. Во, ништяк. Как-то и глазиком сразу полегчало. Глазик. Побежали дальше мы. Ага, вот так вот, да, значит? То есть это нифига не сюда. А куда? Там, наверное, искать какие-нибудь домишки, которые я смогу открыть. Что-то тут то ли день, то ли ночь, я вообще не понимаю. Я вообще что-то это по теме не ботаю. Просто сотрудником курьерской службы работаю. На всякий случай проверить. Мало ли. Мало ли, как говорится. Везде полиция. Васильича, наверное, ищут. Угу. Блин, глаза светят. Тоже не сюда. Смотри-ка, генератор. А этот генератор не может холодильник в доме у Васильевича случайно вырубить? Не, ну мало ли. Как бы всякое бывает. Так. Ага, я здесь открыл. Здесь закрыто было же, да? Значит, здесь я сейчас что-то найду. Здесь же закрыто было. Во, ключ. Еще один синий. Во. Видишь, как все пошло, поехало-то у нас. Ух, пошло, ух, поехало. Да иди ты нафиг. Подожди, а это чуть-чуть за дом такой стоит. Да мне туда надо подойти. Ага. И вот эта штука откуда-то открыться должна. Откуда? Я не знаю. Опа, вот за этого пробежал. Так, смотри, тут и батут имеется. Мне кажется, батут тут неспроста. Ё-моё! Так, а чё мне куда? Куда мне черный ключ-то? Может, второй этаж я как-то открыть смогу? Но он же вряд ли открывается, например, с картины с той стороны. Ну, по логике. Вряд ли. Не, я ничего не отрицаю. Ну, это как-то бредово немножечко, мне кажется. Здорово! Так, на второй этаж я не могу забежать. Мне бы понять ключ от чего. Хотя бы. Типа, что-то же он где-то откроет, типа там и так далее. Мне кажется, он Васильича видел только что. Нет, не видел. Тоже не сюда. А, в натуре Васильич. Здорово, Васильич! Угод. Это рассвет. Лучше всех, которые я когда-либо видел. Рассвет прекрасен. Да, Василич, все верно.
А это что за... Так, я туда не пройду. Так, а здесь? Может, мне на дно надо? На дне нет нифига. А как мне отсюда выбираться теперь? Так, отлично, хоть выбраться могу, хоть что-то радует. Так, ладно. Ключ. Вы что-то хотели там? Вот эта фигня откуда открывается? Интересно. Интересненько. Так, ребят, можно я хотя бы гляну, хотя бы просто в какой стороне? Я просто не совсем могу понять. Я хочу посмотреть... Сейчас, секундочку. Ключ вообще черный, вот этот у меня от чего? Вообще он нужен ли мне сейчас? Не нужен. А то буду сейчас 150 лет искать. Так, а где его вообще взял-то, этот ключ? Так, сейчас, подождите, я залечу туда, в ту комнату. Так, вот он, эта комната. И ключ я где-то... Я так и не понял, где я его здесь брал. А, вот я его где брал. У него код 66. BP-лок. Сейчас найду просто замок, который 66-й. И посмотрю, от чего этот ключ. Так, 66-й. А, нифига, идиот. Да! Что-то подзаработались вы, Алексей Геннадьевич. Подзаработались. Ну да, это все. Это габелла, как говорится. Натуре, прям, что-то прям... В голове в моей опилке не беда. Я же еще помню, что был второй какой-то замок. И забыл. Незабудка, мой любимый цветок. Так. Вот это, наверное, второй этаж да откроет. По-любому. Да. О, в натуре водаю. Кого даю, не знаю. Что-то даю кому-то. Сейчас пойду узнаю. Так. Хорошо у вас тут, смотрю, все. Так, ладно, ты пока можешь тут стоять, я тебя на улицу не понесу, потом вдруг тебя назад заносить придется. Так. Вот, открывается. Вот. Вот. Я же говорю, вот здесь пока стою, а то понес бы сейчас его. Вентиль еще есть. Не знаю, нужен ли он мне, нет. В ту комнату можно пройти. Во, понял, да? Вот, вот и домой вернулся. Ночлежка моя, ключ вот нашел. Такие дела. Здесь я открою, туда погляжу. Как-то вот так вот. Ничего не пойму. Так. Тут, по-моему, дверь была как раз с красным замком. А это не тот. Он красный, но не тот, понятно? Понятно, кому говорю или нет? Вот, вот этот красный. Вот, видишь, открыл? Открыл. Молодец, молодец. Медведь лежит, отдыхает. Что ему еще делать? Змея сдох, я бы тоже повалялся, отдыхал. Так, ну ладно. Так, еще один. Понесли. Я сказал, горбатый. Так, 4. Ну, за 4 надо будет здесь, да? Вот еще один магнит лежит. Фига себе, тут коллекция магнитов. А что, тут ничего нет? Тут повыше. Так, а сверху что? Сверху у нас надо это... Вырубить все. Сейчас устроим здесь светящийся крутящий момент. О, а что-то сломалось все у нас. А что сломалось, а фиг его знает. А, ну здесь показывает, типа, кинь наверх. Ну это же показывает, что типа просто через верх надо перекинуть, чтобы застопить, да? По-моему, ну специально для такого тупого, как я. Но тут я увидел, что есть эта фигня. Мне кажется, однозначно, типа, вот картину возьми и кинь наверх.
Так, ладно, понятно здесь все. Пойдем туда вернемся. Там сейчас посмотрим, что у нас там есть. У нас тут окошечко есть. Окошечко есть. Вот, а видел? Там граммофон есть. Чуть не упал. Так, а нафига мне выращивать? Выращивать мне не надо. А что за, где музыка? О. Вот дом поставлю. Наслаждаться буду. Просыпаешься такой, музыка играет. Василий где-то ходит, кряхтит. На жизнь жалуется. Эх, молодежь! Так. Все, давай. Торты положим здесь, поставим. Так, ладно, ружье это еще не скоро. Это я понял все. Вот этот ключ надо найти где-то. Где найти, я не знаю. Я не знаю нифига, вот такие вот дела. Оп-оп, чиногоп. А, вот что мне надо. Во! Ща мы тут Васильевичу все посадки-то, в смысле, поразнесем, поуничтожаем. Славянский зажим яйцами. Славянский зажим яйцами. Все, понял? Васильевич, куда Васильевич-то делся? Там еще один торт есть. Слева. То есть у меня будет 4 торта и не хватает только одного манекена. Давай, давай, погнали. Славянский зажим яйцами. Так, второй торт есть, есть. Все нормально. Все, он отыграл свое. Славянский зажим яйцами отыграл. Ладно, давай, пошли дальше. Так, два тортика нашли. И куда дальше мы прошли? Наверное, как-то так. Как-то так у нас все получается. Вот так все у нас получается. Так. Ага. Надо последнего где-то найти. Блин, ну с таким освещением, конечно, я тут точно никого не найду. Скорее, Васильич меня найдет. Васильич, ты где? Опа. Во, ключик нашел. Вот это я молодец, конечно. Это я ловко придумал, да? Это я хорош. Так, давай. Вот, ключ теперь оттуда. Откуда оттуда? От верблюда. Понятно или непонятно? Васильич, поймай меня, я прям не могу, у меня сейчас глаза вытекут. Ты где, Васильич? Вася, здорово. Здорово, Васек. Чё, как дела у тебя? Нормально все, хорошо? Это хорошо, когда все хорошо. Хорошо то, что хорошо кончается. Так. Вот, видишь, открыл. 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 Так, здесь есть что-то? Ничего здесь нету. Здесь тоже ничего нет. Так. Здесь я отрубал. Значит, ключики есть. Ага, ключики есть, имеется. Только не тот. А ключик-то не настоящий. Так, и вот здесь что-то. Вот. Во. Уже не первый раз такие приколдесы вижу. Так, давай, пошли.
Оп, оп. Так, здесь закрыто. Не, ну зачем-то же есть эта фигня. Чтобы еще... Вот, здесь ключ от той двери. Здесь я ключ от той двери. Так, светлый, светлый. Может быть, мне надо куда-то пройтись по территории. Там, по-моему, в соседнем доме, возможно, что вот ну, не светлый был. Я не знаю. Я... А, вот так, да, то есть? То есть просто вот так, да? Угу. Понятно. Я вас понял, я вас услышал. Так, желтый, желтый в холодильнике. Желтый цвет в холодильнике есть. А мне сегодня хочется есть. Во, сейчас отнесу. У меня ружье будет. Не знаю зачем, но у меня главное ружье будет. Мне пофигу. Есть ружье и все. По району сейчас еще прогуляю. О, Василич меня походу нашел. Василич! Так. Все, давай последнего, последнего вам не хватающего вашего ставлю. Юху, карточка, карточка, ё-моё. Карточка. Картушечка. А мне вообще куда попасть-то надо? Василич, уходи отсюда, мне не нравится. Мне настроение с тобой играть. Да надоел, поймай меня вот, поймай меня полностью. А мне еще куда попасть-то надо? Там вход в подвал или что? Я открыл сейчас, реально? Это я оттуда открыл, значит мне лом нужен. Вил, да, открыл. Вот это да, вот это я молодец, конечно. Вот это я даю. Молоко колхозу. Так, ладненько. Ой, Василий, да иди нафиг, я уже наверх забрался там, пока ты там что-то пытаешься сделать. Пытайся дальше, как говорится. Пытайся, пытайся. Так. Угу. Так, карточка, карточка. Ключ желтый. Как я могу разморозить холодильник? Он привязан к какому-то генератору. Где мне взять этот генератор? Немножко непонятно. Немножко непонятно и неясно. Так, а это что? А почему оно закрыто? Что, никак? А, день и ночь. Короче, надо день как дождаться. До ночи продержаться, как говорится. Ё-моё, а? Вот это, конечно, я тут... Что тут за этот... Утреннее состояние? Так, ну ладно. Василич, ты где? А чё, не день, что ли? Похоже вообще на день прям. Так-то, на секундочку. А подожди, может карточка сюда же подойдет? Ага, карточка тоже сюда подошла. Вот, как-то так. Но если вот это день, то я королева пиц. Так, ну ладно. Причем здесь королева пиц, я вообще не знаю, кто такая королева пиц. Королева пиц. Нет. Давай дальше. Это тоже какой-то вечер поздний. Юху! Вот это вот вечер. Ну я просто в каждую эту пробегусь, посмотрю. А что делать-то? А что делать? Не знаю, что делать, вот. Я вот тоже не знаю. Мало ли что там в понимании день. День это ночь. Идите вы прочь. Тем более здесь удобненько. Добежал, посмотрел.
окно разбил, выпрыгнул, и все по новой. Гош, иди, кстати, тоже погуляй, там погода хорошая, люди добрые гуляют. Так, все, давай, опа, полиция! Так, а что там за шкаф? Там что-то есть в нем, нет? Просто шкаф. Шкаф-силич. Так. Давай-ка, давай-ка. Пошли, пошли, пошли. И мы опять прошли. Потому что мы пошли. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ла-л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 а. Ла-ла-ла-ла-ла. Так. Васильич, лови меня. Так, все. Вот день опять. Вот в смысле, сейчас не открывается, то это все. У меня больше вариантов нет. Но это день. Это прям день-день идет. День-день, день-день-день-день. Может, она вообще не должна открываться. Может, я просто фигней страдаю какой-то, да и все. Это непонятно. Это все непонятно, это все неясно. Скажу я вам как громогласно. Такая вот беда. Не открывается. Так, подожди, дай я вообще посмотрю тогда. Прочитирю немножечко. Я так понимаю, мне сейчас надо. Что мне надо? Что? Мне что-то хотел глянуть, что мне надо, я забыл, что мне надо. Мне конкретно что-то надо прям. А, я хотел глянуть холодильник. Холодильник я хотел глянуть. К какому этому привязан. Та-та-та-та-та-та. Так, все, ладно, я понял. Я понял, что я дурачок. Это, в принципе, понятно было сразу. Как говорится, семье не без урода. Так, а что я в натуре-то? Просто, просто вообще. Просто невнимательный Алексей. Так, а что мне тут, по сути-то, осталась-то фигня? Ну так-то, мне кажется, да? Фигня же осталась. Ты что, Васильич, вообще, что ли, там с головой не это? Не бибикаешь? А, Василий! Ой, потекушечки! Ох! Так, ладно. Так, что у нас там с хол... Что, окно задело, что ли, или что? Так, давай, Тай. Васильич, тихо. Ну, ё-моё, а. Ё-моё. Так, давай сразу мне меняй. Всё. Кого там бьёшь, разбиваешь? Васильич, у тебя всё нормально? Мусор выкидывать надо, а не пинать. Сначала Гошу пинал, теперь вот здесь, да, пинаешь. Здорово, Васильич, как дела у тебя, как жизнь? Так, все. Ну так получше будет хотя бы. Все, давай, 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 погнали, погнали, погнали. Мы погнали, и туда-то мы угнали. Так, желтый ключ. Желтый ключ, желтый ключ. Ты прекрасен, ты могуч. Желтый ключ, желтый ключ. Так, а нафига я сюда пришел, приперся? Стой, тут что-то должно быть. Это не просто комната для ничего. Так, замок. Замок-то это понятно. Что, мне типа надо вот, вот сюда, да, падать. Все-таки. Ух, думал, не упаду. Так, и вот там я возьму лом. А зачем мне лом? Лом-то мне зачем? Чтоб в подвал попадать. Лом я взял. Так, а можно я как-нибудь выйду отсюда?
просто выйду. Так, ну лом-то мне только сюда нужен же, да? А где мне тогда еще одну карточку взять? То есть я ее где-то то ли пропустил, то ли что. У меня же двери все открыты, все двери открыты. Да, да, вот такие вот дела. Мне кажется, карточка, ребят, карточка находится где-то на этом, на территории, что я сейчас ее долго буду искать. Мне надо просто найти, откуда ее открыть. Так, это вообще что? Вот. Так, да, как я и думал, в принципе. Сейчас мне надо по территории бегать и там гадать загадки. Так, да ё-моё. Подожди-ка. Стой, где? Это мне просто сейчас всю территорию надо, короче, оббежать. Здесь 1001 дом. Сейчас я просто гляну, где открывается тот маленький домик. Тут еще, оказывается, еще один домик есть. Ну, там все на видном месте. Ё-моё, а нифига себе. Ух, тут на туре бегать и бегать. Тут прям заморочился автор. Так, подожди, да, я вот посмотрю в маленький домик. Откуда открывается? Дорожка. Электрокомпонент. Что у нас там идет? Газолин-генератор. Отвечает вот этот, да, значит. А ключ от этого где? Офигеть. Так. 8, 8, 1. Тут просто вот я сейчас буду бегать из дома в дом, чтобы найти последнюю карточку. Вот это зачем было? А подожди, а как я сюда забраться должен? Что-то я, короче, понять, ребят, не могу немножечко. Что-то я немножечко не понимаю. Может быть, здесь телепорт где-то есть? Телепорта здесь нету. А где у нас... Вот он, дом этот. Ага. Значит, мне надо найти зонт. Зонт где у нас есть? Так, зонт у нас прямо вот здесь есть. Все, я понял. Все, я все понял. Сейчас я вам покажу. Так, давай, давай, давай. Пошли. Пошли. А где здесь? Вот он, зонт. Пошли. Тут прям начинается, как говорится, самое интересное. Прикол-то в чем? Типа, дом светится, да, сюда попасть хочешь. Ну, как бы, я бы, вот реально, я бы не нашел. Ну, то есть, либо я потратил бы 100-500 лет своей жизни, чтобы найти. То есть, мне надо что сделать? Мне надо вот сюда прийти, прыгнуть. Но не на этот дом, а на этот дом улететь. Понимаете? Понимаете, в чем дело? Вот. И тут взять ключ. Зонт мне больше не нужен, в принципе. Наверное, не знаю. Лучше магнит выкину. Так, Василий, лови магнит. Так, теперь мне надо, где этот домик-то? Манекены, манекены. Манекены, вот такие. Вспомнить куда. Вспомнить бы, куда идти. Так, а можно день вообще включить? Хочу день, не хочу ночью бегать. А вот, кстати, пока искал, нашел. Вот. Здесь мы врубим. Это сейчас мы открыли туда дорожку. Но я там не всю цепочку знаю. Вот там сейчас я не знаю, что я внутри возьму и откуда туда дальше пойду. Так. Василич, ты где? А где ты? Василич! А, вот ты где, поймай меня. Во, как-то поудачнее стало. Так, все, отлично. Пошли теперь к тому дому. К тому дому мы пошли. Вон к домику. Там открылась воротина. А что в нем, я без понятия.
Да иди ты нафиг! Чё ты именно здесь тут тусуешься? А, ну значит, да, значит этот, наверное, труба и там. Где тут у нас? Да, значит, я все-таки знаю полностью, скорее всего, всю линию. Так. Это вообще смысл, это прикинь. То есть просто не знаю, я бы сейчас блуждал бы здесь, фиг знает сколько. Что там вырубил где-то, что, кого. Ну, скорее всего, это... Так, подожди, это полиция. Видишь, полиция. Вот, видишь, вот эту воротину я открыл. Я бы сейчас бегал бы здесь 385 тысяч дней такой. А чё вообще, куда открыл, зачем открыл? Непонятно. Пойдем. Прогуляемся. Куда-то. Типа, да вы чё, угораете что ли или чё? Мне сюда надо этот принести? А, нет, я пройти могу. А там еще замок, да? Молоток лежит. Не, можно я гляну? Замок, мне кажется, вот на этом полицейском участке. Просто мне фонарь. Просто мне фонарь, и все, в смысле. Просто я хочу уже, я не знаю, я уже, блин, неделю сижу, работаю. Просто я хочу отдохнуть уже. Запилить вам последний ролик, просто посмотреть, куда это ведет у нас. Так. Где это? Так, вот церковь. Церковь. Угу. Так, замок, ключ где от него? Ключ у нас 987. 987 код у ключа. Да, как я и думал. Да, надо туда вверх по лестнице. Но мы сейчас не побежим брать вот этот вот граммофон, чтобы, в смысле, не бегать 100-500, в смысле, лет туда-сюда обратно. О, боже, как приятно. Просто залетим вот сюда наверх, заберем ключ. Мне кажется, это будет лучше. Что вам смысл смотреть, наблюдать, как я туда-сюда бегаю. Пойдемте сюда. Пойдемте сюда. Так, тут мы берем другой ключ, который от дома, возле нашего дома. Вот. Вот, как-то так, как-то так. Побежали. Ну, вот эту в натуре фигню прям можно не заметить. То есть, прикинь, сколько бы я так бы бегал, например, если бы не знал. Ну, то есть, даже, да, там, нашел ключ, к примеру, взял такой, ну, с первой цепочки и такой, и чё, последние ворота где вообще? И бегал бы здесь по территории минут 10. Не, как бы, все нормально, все хорошо. Ничего не говорю. И это, кстати, демо-версия. То есть Hello Stranger мод называется, это демо-версия. Представьте, вот кто-то демо делает лучше, чем кто-то финальной версии. Так. Где-то здесь карточка есть. Не знаю, где, правда. Но она же где-то есть. А, вон. Карточку просто на столе кто-то забыл. Все, давай, давай, давай. Пошли, пошли, пошли. Куда-то мы пришли. Так. А чё не открывается? Типа потому что смысл... Спасибо, что поиграли в демо-мод. И огромный банан. А, тут типа банан мешает открыться дальше. Вот, ребят, вот такой вот у нас модик был. Отличный, хороший мод, видно, что проработан. Автор написал, что это демо-версия, что вряд ли этот мод когда-то будет сделан до конца. Как-то так. Вот сейчас, по-моему, утро у меня, сейчас я поймаю Васильича где-нибудь. Hello Stranger называется. Мода вообще мало, кстати, осталось, как обычно. Я не снимал неделю, модов нифига нет. Я вообще тут заранее вот это все дело снимал. Поймай меня, Васильич, поймай меня полностью. Вот, вот, как-то так, как-то так. Модов у нас маловато. Ну, что, зато больше будет другого выходить чего-нибудь. Везде можно найти плюсы. Все, прям вот так вот. Встану,
как-нибудь так на превьюшечку. Как-нибудь так стану на превьюшечку. Ух. Вот. Мод понравился. Нормально. Нет каких-то жестких бесячих моментов. Ну да, лично потолки на фиксе. Вообще фикси. То есть, когда, понимаешь, когда ты проходишь вот такие моды, когда ты видишь, что автор прям заморочился, что-то там, не знаю, что-то там текстуру поменял и так далее, то есть, в смысле, не дефолтное все, в смысле, то есть, многие моменты вообще без проблем ты берешь, в смысле, и прощаешь. То есть, не это не из разряда, знаешь, там, взял там дефолтный там дом, ну да, здесь тоже дефолтный дом, грубо говоря, но он весь переделан, он весь по-другому устроен, опять же. То есть, это есть плюс. Чем когда вот реально вот бывает возьмешь, там, в смысле, дефолтный дом, в смысле, там еще начинает какую-то там несуразицу делать. То есть здесь все нашлось, все нормально, все офигенно, в смысле. То есть как-то так. И это демка, прошу заметить. Демо-версия. То есть большая территория, где можно ходить, где можно что-то делать, в смысле. Вот. Как-то вот так вот все у нас вот идет. Так, вот так вот стану даже. Наверное, для превьюшечки. Добро пожаловать в Воронеж ручью. Тут видишь, что там достройка. То есть бегаешь, что-то мучишься, что-то делаешь, в смысле. Вот. Автор красавчик, автор молодец. У вас там, наверное, суббота уже. Поэтому возьми с полки холодец. Так, час вам записал. Все, мне на день рождения надо ехать. Я вообще вам, вы это смотрите, знаете, какого числа, наверное? Скорее всего. Вы смотрите, это 18-го, а записываю, прикиньте, 7-го еще, вот так вот. Ну, я сейчас просто возьму себе отпуск на неделю почти. Вот, надо какие-то свои дела делать и так далее. Это у вас ролики все выходят, все стабильно. Ладно, ребят, на этом все, не забываем подписаться на канал, нажать лайк, колокольчик, там, подписочка, все дела вот эти вот. Давайте, ребят, увидимся. Не забываем на Рутуб Дзен также подписаться. Ну, на Дзен хотя бы возьмите, подпишитесь, если там есть аккаунт. С вами, как всегда, был я, Лёха Смертник. Всего хорошего. До новых встреч, ребят. Давайте, до встречи. Всем пока.